В Югре готовится к дорожно-строительной кампании. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в этом году в регионе полностью обновят около 50 километров дорог и отремонтируют более 100 километров. Уже заключен договор с подрядной организацией на ремонт участка региональной трассы Сургут-Нижневартовск. Ежедневно по этой дороге проезжает 5000 автомобилей. Обновят магистрали и в самой столице Самотлора. Зимой на участке строящейся дороги по улице Нововартовская шла выторфовка. Это работы, которые проводят только в холодное время года, пока почва скована морозами. Дорога разгрузит улицу Лопарева, а также соединит старую часть Нижневартовска и новые микрорайоны. В этом году строители должны сдать в эксплуатацию первый из 4 этапов. Общая стоимость проекта – 1 миллиард 700 миллионов рублей. Перечень ремонта дорог уже определен. Это определялся с учетом проведенной диагностики и с учетом мнения жителей города. Это 3 участка у нас будет ремонтировать в этом году. Улица Интернациональная от улицы Зимней до улицы Индустриальной. Ханты-Мансийская, Томская до Интернациональной. И улица Ленина от Кузоваткина до Индустриальной. Подрядные организации уже определены. С ними заключен контракт в конце прошлого года, что позволило подрядным организациям подготовиться заблаговременно к ремонтному сезону.